Здравствуйте, дорогие читатели! 14 марта в России празднуется День православной книги. Приобщение к духовным основам и укрепление нравственности ставились во главу угла при рассмотрении вопроса о развитии влияния христианской проповеди через книгу на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, проходившего 25 декабря 2009 года. В результате было решено учредить День православной книги. Как бы то ни было, начиная с 2010 года, Русская Православная Церковь официально отмечает День православной книги 14 марта. Традиционно к этому дню приурочено проведение выставок и чтений духовной литературы, лекций по православной культуре, конференций, посвященных истории книгопечатания на Руси, вопросам распространения православной литературы в обществе. Также организуются книжные ярмарки, вечера встреч с литераторами и представителями Русской Православной Церкви, концерты духовной музыки, акции по сбору и передаче православной литературы в городские и районные библиотеки, социальные и учебные заведения. Организация мероприятий проходит силами местных епархий, при поддержке федеральных и региональных органов власти, как на территории России, так и за рубежом, для православной паствы. Задача проведения дня многогранны. Помимо привлечения внимания к православной литературе как таковой, решаются и другие значимые вопросы, которые носят и религиозный, и общественно-государственный характер. Речь идет о роли религии и, в первую очередь, православного христианства, становление базовых социальных норм в обществе. Многие сегодня забыли об истинном понятии христианская мораль, но роль ее в становлении государственности важна. Празднование дня призвано решать не только вопросы собственно религиозного характера. В этот день, беря в руки книгу, люди обращаются лицом к истории своего государства, к истории и роли церкви и его становлении и развитии, к осознанию роли веры как стержневой духовной основы отдельного человека и всего народа. А задача еще более глубокая – повернуться лицом к своей душе, к душам родных и близких людей, к душам предков и к душе своего народа, почувствовать сопричастность и понять истинный и чистый смысл слова «любовь». Роль, отводящаяся для достижения этих целей, книги высока. Традиции в среде православных людей становится дарение в этот день друг другу православной литературы. Отдел обслуживания Центральной библиотеки имени Андрея Семеновича Тарханова приглашает вас, дорогие читатели, посетить книжную выставку «Православная книга. Путь к духовности». Мы ждем вас. До новых встреч!